Программа «Кто в доме хозяин?» Все, что нужно и важно знать о жилищно-коммунальном хозяйстве. Расскажем сегодня. За что штрафуют или где деньги? Управдом. Даже если не хотят, можно заставить. Из дневника председателя ТСЖ. Союз собственников помещений помогает управлять домом. Жители Самары оценят работу своей управляющей компании. Баллы от 0 до 10 жильцам предложат поставить за содержание ремонт дома. Значение будут иметь оперативность и качество работ по устранению протечек, состояние коммуникации, освещение, уборка подъездов, а также вывоз мусора. Важный момент – отчет управляющей компании перед собственниками. На что пошли их деньги? Как работает правление советами многоквартирных домов? Нет ли судебных дел? Инициатор народного рейтинга «Общественная палата» там считают, что оценка жителей создаст здоровую конкуренцию между управляющими организациями. Просто эти компании не будут пользоваться спросом. Вот есть представители жителей, собственников, есть представители управляющих компаний. Давайте мы вместе объединимся и решим одну проблему в интересах всех жителей области. В Общественной палате уверены, с введением народного рейтинга компании-аутсайдеры, потеряв жильцов, а следовательно источник дохода, уйдут с коммунального рынка. А лидерам, чтобы удержать планку, придется работать лучше. Более 29 тысяч нарушений в сфере ЖКХ, 52 миллиона штрафов, в два раза больше, чем в 2011-м. Государственная жилищная инспекция подвела итоги за прошлый год. Статистика неутешительная. Жалоб на управляющие компании становится больше. 80% случаев управляющие компании признали факт совершения административного правонарушения. В 20% случаев управляющие жилищной инспекции пришлось отстаивать свою позицию в судах. Просто выдать предписание или оштрафовать оказывается мало. Нередко в жилищную инспекцию жильцы обращаются повторно. Управляющая компания «Альтернатива» – лидер по коммунальным жалобам. В ведении больше 1900 домов. Текущий ремонт напоминает в Тришкин кафтан. Слесари и сантехники работают из рук вон плохо, рассказывает житель дома 53 по улице Самарской в городе Самаре Наталья Мухина. Недавно из-за порыва трубы в их доме отключили отопление. От минусовой температуры жильцы спасаются кто как может. Управляющей компании отчаяние людей, видимо, не понять. Я же в карманах не ношу тепло. Извините, я с 28 числа обогреваюсь газом. А если бы у меня счетчик стоял? А? Как вот вы? Сейчас разберемся. Разбираются уже целый месяц. В ЖЭО пенсионерка ходит как на работу. Заявки то теряют, то до них не доходит очередь. Сейчас Наталья Мухина 139-я по счету, и когда слесари доберутся до ее квартиры, неизвестно. Я писала в жилищную инспекцию, указывала номера заявок, в прокуратуру, куда еще я, вот на Ленинскую 25, сама относила. И вот по сегодняшний день, сегодня я еще не была там. Директор управляющей компании «Альтернатива» Сергей Куманцов излишнюю занятость объясняет по-своему. 90% домов аварийные и подлежат сносу. Латать дыры в них бессмысленно, трубы потекут вновь. Денег на капитальный ремонт нет, а те, что жители платят за содержание дома, уходят на оплату бесчисленных штрафов. Мы были оштрафованы государственной, только одной инспекцией, государственной жилищной инспекцией, на сумму 75% от суммы текущего ремонта за месяц. Одной, только государственной жилищной инспекции. О каком вообще ремонте мы говорим на домах? Дома вообще рухнут скоро. В данный момент штрафы управляющих компаний идут в городской бюджет, а дальше могут быть потрачены на что угодно, поясняет член комиссии по ЖКХ при Общественной палате Надежда Курапова. Вернуть деньги жильцов в их дома – задача, которую еще предстоит решать совместно с властями. А пока выход один – не ждать милости от управляющей компании и организовать в своем доме ТСЖ, чтобы самим решать, на что тратить деньги. Дом ТСЖ гораздо выглядит предпочтительнее в подавляющем большинстве, чем муниципальный дом. А в чем дело? Платят одинаково. Просто там есть хозяин, а здесь хозяина нет. Правда, благополучный исход возможен только в том случае, когда все жильцы активно участвуют в управлении своим домом и контролируют работу председателя ТСЖ.
700 тысяч рублей на счету многоквартирного дома. На эту сумму можно провести не только технический, но и капитальный ремонт. Дом номер 8 по улице Тополиной в Тольятти мог и не получить этих средств. Управляющая компания, нарушая жилищный кодекс, не торопилась расставаться с деньгами. Тогда жильцы обратились в прокуратуру, которая, проверив один факт, выявила целую цепь нарушений. Даже дождь не помешал жителям дома по улице Тополиной, 8, в Тольятти провести собрание. И для этого были веские причины. Управляющая компания, департамент ЖКХ, повысила им квартплату больше, чем в 2 раза. Причем необоснованные доначисления по теплу и свету уже вошли в привычку. На то, чтобы добиться перерасчета, у жильцов уходили месяцы. До прихода этой управляющей компании жители платили ресурсникам без проблем напрямую. Но когда по велению свыше контроль оплаты перешел к управляющей компании, сразу начались неприятности. В квитанции за электричество неожиданно появилось 238% доначислений вместо положенных 100. Я вот лично платила, вот у меня не было счетчика, мы вдвоем прописаны с мужем в квартире, и у нас 505 рублей за месяц получалось по тарифу, а мне приносят 1780. Оказалось, что такие платежки пришли всем жильцам. Находчивость работников компании в поиске причин доходила до абсурда. Поначалу управляющая компания департамент ЖКХ объясняла удивленным жителям, что некоторые из них пользуются сауной и бассейном. От этого перерасход воды. Председатель ТСЖ Раиса Лобанова все отрицает. Я уверена, потому что я по квартирам ходила, когда вот на собрание приглашала, что никаких саун у нас тут такого нет. Чтобы сауны иметь и бассейны, тут надо иметь двухуровневую квартиру. Право проверить показания всех счетчиков в журнале учета есть только у председателей домов. Раиса Лобанова, недолго думая, собрала совет дома, который и делегировал ее добиваться правды от управляющей компании. Бывший экономист Раиса Лобанова нашла данные и вынудила управляющую компанию признать свою ошибку. Находчивые коммунальщики нашли новое объяснение. По их словам, произошло чудесное совпадение. При замене счетчиков номер нового общедомового прибора учета случайно совпал со старым. В результате пошла двойная оплата. Управляющей организации пришлось сделать перерасчет. Не проведи председатель свое расследование, жильцам пришлось бы и по сей день платить за содержание несуществующих бассейнов. Однако после этого случая управляющая компания не отказалась от практики доначислений. Тогда Раиса Лобанова решила привлечь на помощь прокуратуру Автозаводского района. Ведомство установило причину роста платежей. Экономия от использования счетчиков с тарифом день-ночь шла в карман управляющей компании, а люди платили по факту по дневному более дорогому тарифу. Вот эта разница в размере 250 тысяч рублей образовалась. Эти денежные средства были возвращены собственникам. Управляющая компания решила не отпираться и выплатила всю сумму. Но кредит доверия жителей дома компании был исчерпан. Собственники решили взять управление домом в свои руки и организовать ТСЖ. Оказалось, что так просто передавать дом под управление ТСЖ управляющая компания департамент ЖКХ не спешила. Не хотела расставаться со средствами на текущий ремонт, который накопил дом, более 300 тысяч рублей. Без помощи прокуратуры опять не обошлось. Проверки показали, помимо вышеперечисленного, управляющая компания забыла и о корректировке. Надзорный орган ей напомнил, перерасчет оплаты за отопление в доме с общедомовым прибором учета необходимо производить каждый год и возвращать средства на дом. В результате корректировки больше 150 тысяч рублей вернули недавно созданному ТСЖ «Тополь». Вот так жителям дома по улице Тополиная, 8 в Тольятти удалось укротить аппетиты одной из самых крупных управляющих компаний в городе. Трудно себе представить, чтобы еще придумали предприимчивые сотрудники департамента ЖКХ, если бы жильцы оставили деятельность коммунальщиков без контроля и, переступив через равнодушие, не организовали ТСЖ. В Новокуйбышевске создано 90 ТСЖ. Их могло быть больше, а могло и не быть вовсе. Безинициативность и нежелание людей вникать в планы по ремонту дома стали серьезным препятствием реформы ЖКХ в городе. Разорвал этот замкнутый круг отставной военный, бывший руководитель управляющей компании, общественник Юрий Шамин. Его союз собственников помещений для тех, кто хочет научиться управлять своим домом.
Сегодня в Союзе собственников помещений Новокуйбышевска около 400 членов. Союз объединил людей разных профессий – военных, предпринимателей, депутатов, тех, кто хочет и может помочь собственникам, и тех, кто в этой помощи нуждается. В членах правления самые активные и грамотные – те, кто успешно управляет советом дома или ТСЖ и готов научить других. Екатерина Прохорова пришла за помощью и советом 2 года назад. В итоге решила остаться и пришла курс грамотного управления домом. Ее цель – создать ТСЖ в доме по улице Миронова, 6. Екатерина – экономист по профессии. Она просчитала каждый шаг, изучила опыт управления многих домов. ТСЖ, по ее мнению, единственный способ спасти свой дом по улице Миронова, 6 от разрушения. Когда я увидела на практике, что может сделать активные люди для своего дома, и у меня не отпускала эта мысль, что ведь мы же тоже люди, мы тоже это можем каким-то образом одолеть. Управляющая компания, к сожалению, с этим не справляется. Ремонт крыши по программе капремонта и тот не смогла провести грамотно. Теперь жители верхних этажей заливают, не может управляющая компания не добиться устранения причины протечки крыши по гарантии. Судьба этого красивого дома с высокими потолками и огромными окнами управляющую компанию не волнует. Жильцы не готовы мириться с такой безысходностью. Они обратились в надзорные органы с просьбой изменить ситуацию. Однако и это не подтолкнуло управляющую компанию к действию. Когда приходят к нам из управляющей компании, они единственный совет дают – это поскорее уезжайте из этого дома, продавайте квартиру, и переезжайте в другой дом. Это далеко не единственный дом в Новокуйбышевске, который требует ремонта. Жилой фонд города изношен на 70%. Сотни тысяч тонн воды город теряет ежеквартально, только на протечках изношенных труб, трещины в домах, осыпавшаяся штукатурка. Чтобы справиться с коммунальными проблемами, Новокуйбышевску потребуется немало средств. Если в городе хотя бы 10% домов будут управляться ТСЖ, он сможет получить финансовую поддержку из фонда реформирования ЖКХ. Единственный выход из ситуации у жителей дома по улице Миронова, 6 и других домов. Взять инициативу и контроль в свои руки. Юридический статус ТСЖ в этом поможет. Как научить совет собственников жилья? Советы домов – первая ступенька для создания ТСЖ. Ирина Черевко, благодаря поддержке Союза, уже год председатель ТСЖ. Без ее подписи управляющая компания не может потратить ни копейки. Очень много денег, которые мы платим управляющей компании за какие-то услуги, перечень работ, они нам просто не оказывались. И мы стали, как говорится, контролировать управляющую компанию. Поначалу было очень трудно. Поначалу без помощи госжилинспекции и Роспотребнадзора управляющая компания не хотела отчитываться перед жильцами. Но через несколько месяцев ситуация сдвинулась с мертвой точки. Ирина Черевко продолжает участвовать в деятельности Союза, но теперь не как ученица, а как консультант. Когда не хватает своего опыта, она ездит в соседние регионы учиться искусству управлять домом. Многие члены Союза – выпускники школы жилищного просвещения Новокуйбышевска. Им-то и пришла в голову мысль, что проблемы у собственников жилья одинаковые. И сообща их можно быстрее решить. Но сначала нужно создать совет дома, к домам, где есть советы и отношения особые. Поэтому есть примеры, когда меняется дворник, меняется слесарь. Когда заявка, если с этого дома заявка приходит, то ее сразу идут, делают, потому что знают, что придет конец месяца, и совет на квартирный дом акт не подпишет. А совет на квартирный дом акт не подпишет, то управляющая компания не вправе перечислить деньги. Есть в Союзе собственников и старейшины, которые на ЖКХ собаку съели. Есть юристы, адвокаты, бывшие руководители ведомств. Но и они признаются, что даже для них в жилищном кодексе еще очень много загадок, которые им предстоит решить. Они привлекают к решению проблем не только управляющие компании, но и местные органы власти. Активисты Союза собственников Олеся Синюка возмущают, что жители города платят налог за придомовые участки, которые принадлежат городу, и так просто он это не оставит. Администрация, она должна была по постановлению 491 до 1 июля 2008 года провести бесплатно кадастровый учет придомовых земельных участков. Она это не сделала, говорит, у меня денег нет, а меня это не интересует. Лидеры Союза собственников помещений знают, советы дома нужны жителям не меньше, чем управляющим компаниям. Но создание советов тормозит элементарное незнание собственниками основ жилищного законодательства. И без этого они не могут оценить работу управляющих компаний. В свою очередь, управляющие компании тоже не могут вести работы дальше без согласия жителей. Управляющие компании обязаны согласовать тарифы. Управляющие организации обязаны согласовать с жильцами планы работ. Кому высылать эти планы? Где искать этих людей? Есть совет дома? Вот совет дома и будет совместно с управляющей компанией решать эти вопросы. Союз не ограничивается только консультациями. Члены правления Союза готовы организовать комиссию для комплексной проверки деятельности управляющей компании города и выработать критерии оценки качества их работы. Теперь очередь за местной администрацией, помочь общественникам. Но если власти Новокуйбышевской не смогут держать проблемы ЖКХ под контролем, а это готовы сделать сами жители.
Стать хозяином в своем доме может каждый из вас, а мы поможем найти выход из любой коммунальной проблемы. Задавайте свои вопросы по электронной почте или в группе программы ВКонтакте. Увидимся через неделю.